Это было феерично, грандиозно! Нет, тут нужно другое слово. Это было триумфально! Наконец-то мы выиграли фестиваль! Студенческий триумф! От души вас поздравляю, коллеги. А у нас, между прочим, тоже победа. Мы взяли диплом второй и первой степени. А также, та-дам! Кубок, самый яркий оратор Конгресса. Я не верю, до сих пор не верю. Но это факт, а факты вещи прямо так, что стоит поблагодарить этот кабинет. Друзья, послушайте меня. У нас прошло два разных фестиваля. Два абсолютно разных. Но у меня такое чувство, что это наше одно, общее. Если бы мы не объединились, мы бы не достигли таких высот и такого успеха. Вот какая интересная теорема получается. Если разделить трудности, их станет меньше. А если разделить радости, то их станет больше. А это все мы достигли вместе. Ребята, у нас столько еще общих тем для разговоров. Еще столько нужно сказать вам. Пойдемте. Разлилась речка быстрая, разлилась речка быстрая. Через тую речку перекладинка ляжет, через тую речку перекладинка ляжет.
Разлилась, разлилась речка быстрая. Зажечь свечи за здравие, и нельзя в помин души. Мне досталось испытание быть ни мертвым, ни живым. И взлетев в объятия вечности, словно птицы над рекой, мы в бою пропали без вести, не найдя в земле покой. Мы не погибли, мы просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. Будут вечно наши матери ждать о нас любую весть. Все, кто веры не утратили, то, что мы на свете есть. Не живые и не павшие, не пришедшие с войны, просто без вести пропавшие сыновья своей страны. Мы не погибли, мы просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. Теплый дождь моросит весной, пряча слезы в закат. До утра в тишине ночной наши вдовы не спят. Погибли, мы просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. На безымянных высотах земли наши слышны голоса. Атаковали границу.
столице Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Нам часто кажется, что нас разделяют границы, время и расстояние. Но гораздо больше и важнее то, что нас всех объединяет. К примеру, влюбленных объединяет весна. Жюри, зрители, артистов сегодня объединила студенческая весна. А она у нас одна на всех — весна. А то, что нас объединяет, делает нас сильнее. Сегодня на этой сцене для вас журналисты, историки, психологи, автомеханики, экономисты. Всех нас объединил университет. Сегодня мы разговаривали о науке, о творчестве, но в итоге мы поняли, что вместе мы можем все, особенно для родного города и любимой страны. We'll be right back.
Мало знаком с наукой, а кто-то сцену видит только из зала. Но вместе мы — великая сила! Белича посмотрят в воду старые дома. Красота с годами не убудет. Город краса, город счастья, жили здесь всегда. Добрые, отзывчивые люди. Ведь у тебя почти три века за плечами. Годами стар, но все же молод ты душой. Новыми звучишь ты голосами. Мы строим счастье вместе с тобой. Мой город на реке, вечно молодой. Ты всегда в моем сердце. Мой город на реке, ты всегда со мной. Ты всегда в моем сердце. Ветят новью и надеждой юные сердца. Ждет нас впереди большое дело. Чтобы развивался и дивил нас без конца. Город ароматом яблонь белый. Мы будем верить только в счастье и удачу. И пусть попутным ветром будет нам успех. Лучше места нет, а это значит, мы непременно счастливы все. Мой город на реке, вечно молодой, ты всегда в моем сердце. Мой город на реке, ты всегда со мной. Ты всегда в моем сердце. Несмотря на диплом и ближайшую сессию, позабыв о прочих проблемах и бедствиях, всем нам весело, и душа просит песен. Тут весна нас вновь возвращает детство. И этот город всех нас объединил. Если б не Тольятти, по свету разбежались бы мы и никогда не встретили этих людей, своих любимых, знакомых, друзей. ТГУ, большое спасибо тебе, что даешь раскрыться нас тут весне. Спасибо, Волга, за берега твои, за красоту природы и великие мосты. И на глазах этих старцев домов мы научились любить и верить в любовь. И как бы то ни было, я уверен в одном. Мой родной город — это мой родной дом. Мой город на реке, вечно молодой. Ты всегда в моем сердце. Мой город на реке, ты всегда со мной, ты всегда в моем сердце. Мой город на реке, вечно молодой. Ты всегда в моем сердце. Мой город на реке, ты всегда со мной. Ты всегда в моем сердце. Вот и подошел к финалу. Студенческая весна Тольяттинского государственного университета 2015. И для награждения победителей и призеров на сцену приглашается ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Михайлович Кришталь.
а также председатель Объединенного совета обучающихся, председатель правкома студентов и аспирантов ТГУ Регина Тухтарова. Михаил Михайлович, вам слово. Мне иногда кажется, что мне уже трудно чем-то удивить. И когда удивляюсь, сам себе радуюсь, что еще, слава богу, молодой. Вообще некоторые номера меня поразили на самом деле. И я думал, имею я право их назвать или не имею права назвать, тем более впереди награждение. Меня потрясло несколько вокальных номеров, особенно вот парень на этом месте стоял и пел «Пропавшим без вести». Меня вообще этот патриотический блок, ну, на самом деле, очень удивил и потряс, как потом ребята вышли и с средствами, ну, современными брейк-данса выразили то, что никогда, в принципе, не подумаешь, что можно выразить. Совершенно потрясающий вокал был у девушки, которая пела на английском языке «Something God Hold on Me». Я даже выговорил. Ну и меня, опять же, приятно удивил. На какой-то новый виток развития вышел наш хор с джазом. И вот я видел там в роли топера выступала тоже замечательный совершенно музыкант, пианист, которого я иногда вижу на репетициях в нашем актовом зале. Тоже приятно удивили. Ну и много еще чего я не буду перечислять, а то я, наверное, назову большую половину номеров. Ребята, всех вас с праздником, потому что весна пришла. Ну а прежде чем мы огласим наших победителей, мы хотели бы наградить лучший номер студенческой весны ТГУ-2015. И им становится коллектив «Виакуб», руководитель Роман Гайнудинов. Роман, забери свой приз. Ну а мы переходим к церемонии награждения. Мне доверено право называть победителей, еще никто не знает. За третье место награждается Институт химии и инженерной экологии. Второе место у Института математики, физики и информационных технологий. А вот этот вот переходящий диплом тоже, да? Сейчас будем вручать, да? Там у нас такая табличка есть интересная. Мы ее обновляем раз в пятилетку, потому что больше не хватает места. Такая красивая. А не сейчас, что ли, ее, нет? Нет. А у нас два первых места, да? А. Я волнуюсь, как всегда. Понятно. Мы решили ее в музей передать. Места больше не хватает, уже там уже две висит. То есть мы сейчас завершаем третью пятилетку. Это не значит, что до этого студ весны не было. Студ весна, вообще говоря, кто не знает. Это фестиваль, который придуман в Самарской области, и причем ТГУ, тогда еще филиал Самарского Куйбышевского индустриального института, участвовал, наверное, один из первых, а может первый, а может вообще здесь придумали. Но, тем не менее, такую табличку мы придумали 15 лет назад, правильно говорю, да? Вот. У меня в руках ее нет, сейчас ее принесут, а это пока не так. А есть, да? Уже принесли, да? Значит, ну я так обычно, когда вот мисс ТГУ мы выбираем, а тут вот тоже что-то меня понесло. Да.
За первое место награждается Институт финансов, экономики и управления. Это не все еще, оказывается. Ну, тут много для меня тоже неожиданного. Понятно, что одно третье место, одно второе место. Оказывается, еще два первых места. И есть еще одно первое место. За первое место награждается Гуманитарно-педагогический институт. Вот кто, наверное, не ожидал, да, уже первое место дали, а тут опять первое место. Ну и вот это вот такая интересная металлическая, хотел сказать, мемориальная доска, но не буду так говорить, хранить не будем. Вот интересно, Тольяттинский государственный университет, тут написано «Фестиваль искусств «Тут весна», 2011 год. Гуманитарный институт, 2012 год, гуманитарно-педагогический институт, 2013 год, гуманитарно-педагогический институт, 2014 год, гуманитарно-педагогический институт, 2015 год, гуманитарно-педагогический институт и Институт финансов, экономики и управления. Перехватили в музей. Вот они, победители студенческой весны Тольяттинского государственного университета 2015. А мы благодарим TrueExit за предоставленные призы. TrueExit – квест в реальность. А также хотим напомнить, что автопати студенческой весны будет проходить в кафе «Центр» по улице Мира, 92А. Всех приглашаем.